Сегодня у нас на столе сдобные запеченные пирожки с начинкой из жареной капусты. Я считаю, что начинка из капусты получается даже вкуснее, чем обычные картофельные пирожки. Так давайте вместе приготовим и обрадуем наших близких и себя. На один пирожок потребуется около 20 грамм муки. Итого, если вы хотите сделать 20 штук пирожков, берем 400 грамм муки, чайную ложку соли, чайную ложку дрожжей и где-то 350 миллиграмм теплой воды. Мешаем и замешиваем очень мягкое тесто. Накрываем пленкой, убираем на полчаса в теплое место. А тем временем готовим начинку из капусты. Берем молодую капусту, небольшая капуста, не хватит половины. Капусту мелко шинкуем, а тем временем в сковороду наливаем 50 мг растительного масла, обжариваем до золотистого цвета одну луковицу. Кладем нашу капусту, нашинковали вот так тонко и обжариваем около 15 минут на среднем огне. Солим по вкусу и добавляем 2 столовых ложек томатной пасты. Это обязательно. Обжариваем еще минут 5 до готовности. Тем временем наше тесто уже готово, обминаем руками, накрываем пакетом и еще раз оставляем на минут 15 в теплом месте. Вот уже наше тесто готово, отстоялось уже дважды, и теперь делим на небольшие кусочки. У меня получится около 20 штук. Тесто настолько мягкое и воздушное, что можно руками вот придать такую форму и сразу же уже начать лепить. Но если вы хотите потоньше, как я, пирожки, тогда можно раскатать до где-то 5 мм толщиной. Раскатали тесто, накладываем нашу начинку из капусты. Начинку не жалеем и вот так плотно прикрываем по краям теста и ложим пирожки швом вниз, чтобы они не раскрылись и были более красивыми. Ну вот и все, как бы весь секрет этих сдобных вкуснейших пирожков с капустой. Отправляем в духовку при температуре где-то 200 градусов на полчаса. Ну вот и наши пирожки с капустой готовы. Готовьте с удовольствием, делитесь этим рецептом с своими друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.